Сегодня президент России поручил правительству и Центробанку до 1 сентября проработать вопросы валютной и финансовой интеграции с государствами, членами Евразийского экономического союза. Напомню, помимо нашей страны в него входят Белоруссия, Казахстан и Армения. По указанию Владимира Путина, необходимо рассмотреть целесообразность и возможность создания в перспективе валютного союза. Министерство и ведомства должны подключиться к формированию единых рынков товаров и услуг в рамках ЕАЭС. Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с РЖД создать эффективную модель работы пригородного железнодорожного транспорта. Речь, в частности, идет о регулировании тарифов, субсидиях из федерального бюджета и доступности пассажирских перевозок.